Это шестая бойня. Оккупанты с красной планеты знают, что жалкие людишки будут делать этим летом. А именно гореть, как котлеты на плите без присмотра. Даже у главного КГБшника страны в штанах мокро. Кроме того, наши тела станут такими удобрениями, благодаря которым Макс Марса растет за короткое время. Я-я-я-я. На самом Мяу. Деле Труман. Мяу. Андер. И молодые из Праги. И натуральные продукты и в кубиках маги. Как войны Квантанга и нормальные парни из группы Банда. Вместо снега бумага наступила зима. Жри ее, это пища для ума. Вместо снега бумага наступила зима. Жри ее, это пища для ума. Мама, мама, мама. Брызгайся духами, ебись петухами из Питера. Там не люди, а пидоры. Лиси говно ногами, пока ебало чистое. Фильтруй свой базар по-пацански чисто. Рви парчи любой парчевки. Это легче, чем ебать купчино копченую. Жри макароны альдента, это вкусней, чем рассказы четырех бульбашей. Ебашь бульбулятор, огромные пробки. Любой суки, рви колготки сзади. Если входит туго, бери смазки тюбик. Одевай тюбетейку, я тебе сделаю сетью под шубой. Вместе во шестой мировой с Водярой Смирнов. С ебанутым треком в первый раунд батла. Я ем детей, я ем детей. И струганы в Париж, как предскалавый Ираклий. Мои рифмы иссякли, я пялю бабушки на пяльца. Флэт, иди учись играть на пианино сломанными пальцами. Чики-пуки. Я расплавлю плавно по паре плюшек для каждого. Жажды скорости нету, химия это порожняк. Шестая мировая война в моем желудке. Флэт три желудями в самарских блюдах. Я мешаю русский рэп с кубиками маги. Проносит так, что не хватает туалетной бумаги. Я туалетный утенок, какашки пустились на утек. В дневном бачке утоплены, так лайфер и смог. Брас ин да хаус, мальтисы нам лижут анус. Всех ваших МС сгоняю в нижний ярус. Со мной Труман Тэш, то есть Ган, сытый чип. Если ты против нас, ты будешь нахуй убит. Со мной Труман, то есть Ган, сыт, ключи чип. Если ты против нас, ты будешь нахуй убит. Раз, два, три, четыре, пять. Это батл номер шесть, судим раком стать. Раз, два, три, четыре, пять. Это батл номер шесть, мантисе раком стать. Всем стать раком. А я? Я. Рыжий-рыжий конопатый, кричали мне след. А я отвечал, сделайте миньет. И когда у меня не было сигарет, подходил торжикам, на что получал неприятный ответ. Я молча опускал свое ебало, и однажды все это меня достало. Я заработал монет, купил сигарет, и первым был пиздец тем, кто не давал сигарет. Слухи словно мухи, вот оно, оно рождается зло, мне повезло. Меня взяли братки из местной шпаны, но одно тело пыталось подмять меня под себя. Нет, так нельзя. И через день после дождя друзья и семья молча стояли у могилы, скорбя, хранили короля. А мне объяснили, что замутил я это зря. На что я ответил, мне похуй, я головка от часов заря. Ебался лишнего негодя, прощения не попрося. Единственное, что я сделал, уходя от души, любя, оставил дурное устройство, которое прошло им огромное расстройство. Беспокойство наступило на весь город, потом холод, страх, ужас. В рваных штанах и без ботинка добирался до дома. По пути прилетели парни с рынка, я как незнакомка. По телу словно ломка, тонко объяснили смысл своей жизни. Мысли, как и те, просто летели брызги.